Место под солнцем, где-то среди каменных гряд, а может на дне пустого колодца, где нас не заметят или просто простят, где не надо столь отчаянной прозы, откровений, так похожих на бред, где на поезд в сторону дома посадки нет. На поезд в сторону дома посадки нет. Место под солнцем, где не выстрелят в спину залпом из фраз, где веселые черти, затопив свою топку по нелепой ошибке, забудут про нас, где куда не посмотришь, все северо-запад, и не надо тянуться, чтоб выключить свет, где на поезд в сторону дома посадки нет. На поезд в сторону дома посадки нет. Место под солнцем, где нет заката, где только рассвет, где тот, кто уснул, он непременно проснется, а тем, кто не с нами, сердечный привет, где открытый огонь — это символ победы, а еще 50 — это дельный совет, где на поезд в сторону дома посадки нет. На поезд в сторону дома посадки нет. Значит, должно быть место под солнцем где-то среди каменный гряд, где тот, кто весел, он просто смеялся, и пускай не по делу, и слегка не попал. И возможно ты скажешь, что все ненадолго, и в одном из карманов плацкартный билет на поезд, который сегодня посадки нет. На поезд сторону дома, на поезд, сторону дома, на поезд, сторону дома, посадки. Потихонечку так переходим.